Вот такой параметр предлагался в 2013 году на ЕГЭ. На самом деле задача очень простая, решается просто в лоб. Ну, давайте, значит, посмотрим. Представим, что у нас в принципе параметра нет, и мы просто решаем вот такое уравнение. Что у нас получится? А минус x плюс 2 должно быть равно 1 минус x в квадрате, да? При этом, естественно, у нас еще есть ограничения какие-то. А минус x плюс 2 должно быть положительным. И 1 минус x должно быть положительным и не равным единице. Так, что я вижу? Во-первых, вот это условие автоматически у меня выполнено при условии, если a минус x плюс 2, да, ну, то есть при условии, что x не равен единице. То есть a минус x плюс 2 я приравнял к квадрату. Этот квадрат и так уже не отрицателен. Соответственно, вот это условие у меня почти всегда выполнено. Не выполнено оно только если 1 минус x равно нулю. Но 1 минус x не равно нулю, потому что 1 минус x строго больше нуля. То есть я вот это вот второе условие просто вычеркиваю. Оно, кстати, достаточно неприятно, потому что содержит в себе еще и параметр. И что я получаю таким образом? Если у меня будет квадратное уравнение, ну давайте я его, пожалуй, запишу вот в таком виде, да, x квадрат минус x а минус 1 равно а. Вот так я его оставлю. И x меньше единицы получается, и x не равно нулю. Это вот я решил третье и четвертое условие. Так, что теперь? Нам нужно, чтобы это уравнение имело хотя бы один корень из промежутка от минус 1 до 1. Хорошо. Ну давайте нарисуем график, значит. Функция y равно x квадрат минус x минус 1, да? То есть что это у нас такое? Это парабола, получается, проходящая вот так. А у нее вершинка в точке 1, 2, x вершина, y вершина. Так, это мне надо 1, 2 подставить. 1, 4 минус 1, 2 минус 1, это минус 5, 4. Вот здесь вот у нас минус 5, 4. И точки пересечения с осью x, они какие-то, но они не особо интересны на самом деле. Надо понимать, что вот это вот, да. Так, значит, до единицы у нас все происходит, во-первых. Да, еще надо x равно нулю выколоть. Итак, при каких а у нас будут корни в промежутке от минус 1 до 1. Но я вижу, что при а равно минус 5 четвертых корни начинаются. Вплоть до минус 1 они есть. Минус 1 у нас x не равен нулю, поэтому выколотая точка. Здесь у нас x равно 1 будет корнем, поэтому тоже выколотая точка. Да? То есть при а равном минус 1 не будет ни одного решения. Дальше у нас будет снова одно решение. До тех пор, пока мы не дойдем до какого-то значения а, да, при котором у нас вот это вот будет решением. Значит, давайте посмотрим при x равном 1, каково значение этой функции. Подставим сюда единичку, у нас будет 1 минус 1 минус 1. Так, это немножечко странненько. А, минус, это же минус 1. Так, мне нужно минус 1 подставить сюда. Значит, будет 1 плюс 1 минус 1, это единица. Да. То есть v минус 1 значение этой функции 1. То есть, так как мы живем вот в таком вот как бы промежуточке, сейчас это у меня неровно получилось, вот в таком промежутке от минус 1 до 1 только, то мне вот до сюда во все а подходит, а дальше уже не подходит, потому что корни остаются за этим промежутком. Мне нужно вот здесь вот корни. Итак, получается, что подходят все вот такие а от минус 5 четвертых, да, до единицы. Единицу мы включаем, минус 5 четвертых мы включаем, и исключая еще при этом минус 1. Да. Ну, вот такое вот достаточно простое
уравнение с параметром решается действительно в лоб. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Очень приятно, когда в комментариях пишут спасибо.